Три важнейших составляющих эффективного управления продажами. Первое, продажи нужно планировать на долгосрочную, среднесрочную, краткосрочную перспективу. Когда вы запланировали продажи, понимаете, сколько будут продажи по регионам, по клиентам, по каналам сбыта, по продукту. Второй важный этап или шаг – это организовать продажи. Что это значит? Выбрать правильную организационную структуру отдела продаж, понять и выстроить систему взаимодействия, коммуникации в продажах, как с внутренними клиентами, так и с внешними клиентами. Самое сложное – это мотивация менеджеров или сотрудников торговых подразделений, потому что это очень важный элемент. Мотивация может быть как материальная, так и нематериальная. И вот здесь важно помнить только одно. Те, кто ищет клиентов, у них соотношение оклад и бонусы 30 на 70. Те, кто работает с текущими клиентами, у них наоборот 70 на 30. У них 30% это бонусы за то, что они, скажем так, развивают отношения с текущими клиентами. Подытоживая, вот три важных правильных шага. Запланировать продажи, организовать продажи и замотивировать сотрудников подразделений продаж.